локти мои. Уходим. Максимально стараюсь взять лопатки. А, вот правильно. Еще раз. Плавно вниз. Низко не падайте. Здесь тоже у каждого будет своя гибкость движения. Если гибкости достаточно, и вы не будете чувствовать, как включается поясница, то подрать опускайтесь ниже. Но если не хватает гибкости, и вы начинаете падать вниз, и у вас пошел прогиб в спине, и вы чувствуете, что уже не ягодица стоит на тяжелее, а ушло вот сюда. Делать так не надо. Ловите свое амплитуду. Погнали! Гантели от себя никто не отводит. Четко вдоль ног лоси. Плавно вниз. Лопатки свели. Дотянули гантели ягодички. Еще сильнее лопатки сжали. Опустили. Подъем. Еще раз. Наклон. Лопатки сходили. Опустили. Подъем. Смотрю. Вот. Оп. И обратно. Поясницу здесь нам надо перелечь. Так. Легкий наклон. Ладно, обратно. Резко гантели не скидывайте. Вот вы их свели. На секунду задержите. Пусть мышцы спины подтянутся. Расслабили. И плавно обратно. Хорошо. Еще раз вниз. Лопатки. Так. И плавно обратно. Так, смотрю. Дальше что-то быстрее. Так. Еще раз. Давай, я сделаю. Все, и не лезу. Так, вот сейчас хорошо. Так, у девочек получается лопатки. Да. И плавно наверх. Наклон. Так. Вот это сосредоточено. Просто, как никогда. Молодцы. Сколько здесь задач. Поясницу контролировать и лопатки сводить. Давайте еще три раза красиво. Наклон. Свели, задержали 3 секунды. Опустили ручку. Еще раз наклон. Свели лопатки. Задержали. Раз, два, три. А уже стоят. Задерживаете. Наклон. Задержали 3 секунды. Опустили. И плавно обратно. Хорошо. Добили. Трое.